Один из удобных домашних тренажеров для наработки взрывной силы и акцента. Берем лист А4, складываем его пополам и зажимаем его дверью на уровне где-то шеи. Таким образом мы получаем цель, аналогичную тайквондистской хлопушке. То есть парусность, есть визуальная цель, но при попадании она быстро возвращается назад. Таким образом мы можем нарабатывать именно сквозной пробивной удар, что боковые, встав сбоку, мы можем нарабатывать прямые. Цель сразу же возвращается. При этом это заставит вас не поднимать локоть, вам стеночка будет мешать. Ровно то же самое мы делаем с ножом. Наша задача острым ножом пробить насквозь. Встали. Либо мы перемещаемся сюда. И то же самое работаем. Можем это же делать с использованием резины. Таким образом у нас есть усилия, которые мы преодолеваем. И опять же взрываемся в цель. После чего делаем это без резины, то есть уже расслабленно. И переходим на варианты порезов. Потом остается нагрузка, что мы действуем вперед, а не из стороны в сторону.